В конференц-зале Дворца спорта имени Гамида Гамидова прошло заседание Организационного комитета по проведению ежегодного межконтинентального кубка по вольной борьбе памяти прославленных борцов 19-20 столетия. В работе собрания приняли участие глава города Хасавюрт Зайнудин Акмазов, председатель Организационного комитета Исмаил Дадаев, представители Министерства спорта и руководители городских подразделений и управлений. На повестке дня обсудили все вопросы по проведению турнира. Начальник управления Министерства спорта Халимбек Махачев поинтересовался проделанной работой и состоянием готовности представителей отдела спорта, культуры и других задействованных служб. По положению здесь написано, вот есть программа соревнований, уже утвержденные, которые уже разослали, значит, по всем командам, что здесь четко написано, с 17 до 20 идет церемония награждения и финальные поединки, и торжественное открытие. Поэтому мы уже переправить не можем, поэтому мы пригласительные билеты, все, которые сделали, уже написали людям, которые раздают, что церемония открытия торжественная 17.00. Да, пригласительные готовы, поэтому проблем нету. Мы также подготовили афиши, вот вам тоже привезли, раздавали. И вот сделали, значит, буклет. Я хочу, чтобы тоже посмотрели, если у вас какие-то замечания есть, чтобы могли уже исправить. Представитель Организационного комитета Исмаил Дадаев рассказал об уровне готовности к межконтинентальному кубку, подчеркнул, что работа Организационного комитета нацелена на то, чтобы турнир прошел на высшем уровне. Так что дополнительно, значит, у нас Транснефть нам даст 50 человек, уже с ними тоже согласован вопрос. Я думаю, проблем не будет с этим вопросом. Медицинское обеспечение. Это хайлайт здесь, значит, мы план получили, график получили, дежурство с Сулейманом Шамилем обговорили, значит, кареты скорой помощи, как они будут дежурить и сколько они будут дежурить. С ними обговорили вопросы, можно считать, что сняты вопросы. В ходе заседания были обсуждены вопросы размещения, транспортировки, питания, открытия мероприятия, организации церемонии награждения и другие рабочие моменты. Турнир пройдет во Дворце спорта имени Гамида Гамидова с 16 по 18 ноября текущего года. Официальная церемония открытия состоится 17 ноября в 17.00. Курбан Гериханов, Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов. Информационная программа «Пульс».